Всем привет! В эфире «Дети большого толка». Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Только в нашей программе вы можете узнать, что ежедневно в атмосфере нашей планеты бушует 44 тысячи гроз. И каждую секунду в Землю вонзается свыше 100 молний. Что сердце ежа бьется 300 раз в минуту, а сердце слона весит 30 килограммов, как целый первоклассник. Начнем нашу программу с кофе, чтобы взбодриться. Знаете ли вы, что этот напиток запрещен для олимпийских спортсменов? Да, он считается допингом. Какими же свойствами обладает чашка кофе? В нашем сюжете. Утренний кофе. Эта фраза стала устойчивой. Как много людей начинают утро с кофе? 58%, то есть больше половины жителей Земли. Каждый год в мире выпивается около 500 миллиардов чашек кофе, большинство из них за завтраком. Люди верят, что кофе бодрит и помогает проснуться. Но знаете ли вы, что запах кофе способствует развитию интеллектуальных способностей? Кофе – это ягодный напиток. Самые крупные плантации находятся в Бразилии. Там его ягоды называют кофейной вишней. После сбора кофе сушат от 2 до 10 дней, потом упаковывают в мешки и везут через море, чтобы превратить его в эспрессо, латте, капучино, раф и другие напитки. В Барнаульском зоопарке готовятся к году зайца. 1 января там откроют выставку кроликов со всего мира. Знаете ли вы, что кроличьи глаза устроены очень необычно? Эти создания могут видеть, что творится позади них, даже не поворачивая головы. А еще не все кролики веганы. Многие с удовольствием едят мясо. Что отличает хорошего учителя? Наверное, быть внимательным и добрым. Хорошо знать свой предмет. А еще уметь пользоваться современной техникой. Сегодня мы посмотрим, как учатся студенты, которые совсем скоро станут учителями в разных школах. Как выглядит идеальный класс для начальной школы? А как же проходит идеальный урок? Сегодня мы это узнаем. Мы находимся в Барнаульском государственном педагогическом колледже. Здесь студенты учатся, чтобы стать преподавателями. Повторим изученные вами сказки. Посмотрите, все ли сказки вы читали? Сегодня наши юные журналисты играют роль учеников начальной школы в тренировочном классе. Здесь на настоящих школьниках практикуются студенты педагогического колледжа. Они готовят викторины, проводят лабораторные работы и опросы. Конечно, учителя должны уметь работать со всеми технологическими новинками. Например, эта электронная доска работает как большой планшет. При этом вся информация тут же отображается на экранах ноутбуков учеников. А это интерактивный стол. На нем можно работать сразу вшестером. Студенты педколледжа не только проводят уроки с учениками, но и сами разрабатывают методические пособия и игры. Например, эту игру на антонимы и синонимы студенты разработали здесь, в стенах колледжа. Чтобы детям было интереснее познавать слова всем вместе в игре за интерактивным столом. А эти приборы нужны для того, чтобы проводить лабораторные работы по окружающему миру. Современный учитель начальной школы должен уметь работать с современными приборами, проводить с детьми химические опыты, настраивать электронный микроскоп, программировать и учить детей робототехнике. Казалось бы, что такого сложного можно изучать в начальной школе? Многое из окружающего мира. Измерять давление, температуру, влажность воздуха, рассматривать под микроскопом семена и клетки растений, отличать кислотную и щелочную среду с помощью индикаторов. А еще современная техника помогает при дистанционной работе с учениками. Флипчарт очень удобен. Все, что вы нарисуете, можно отправить на телефоны или компьютеры учеников. Наш вывод. Учиться в начальной школе становится все интереснее и интереснее. Будущим первоклашкам очень повезло. Любите наблюдать за плывущими по небу облаками? Такими легкими, белыми, воздушными. А знаете, сколько весит такое облако? Нет? Примерно 10 тонн. Как слон? Нет. Даже как два слона. Да, хорошо, что облака не падают, а слоны не летают. Облака.
Каждый день над людьми проплывают самые разные облака. Несмотря на это, мы знаем о них далеко не все. Люди давно заинтересовались облаками, но изучить их смогли только в конце 18 века. На вид облака легкие и воздушные, но на самом деле это совсем не так. Вес облака средних размеров может достигать 10 тонн, а вес грозовых облаков может быть более 2000 тонн. Это как 400 взрослых слонов. Кроме того, расстояние от основания до вершины грозового облака может достигать 10 километров. Само облако состоит из капелек или кристаллов льда, пыли, дыма и водяного пара. Также облако можно создать в помещении. Правда, жить оно будет не больше 10 секунд. У облаков есть продолжительность существования. Это зависит от количества влаги в воздухе. Если влажность высокая, то облако будет оставаться на небе еще долго. А если низкая, облако испаряется. Иногда жизнь облака может длиться не больше 15 минут. В мире насчитываются десятки видов облаков, помимо всем известных. Существуют такие, которые можно встретить только при особых погодных условиях, на вершинах гор или над морями. Кроме Земли, облака существуют и на других планетах Солнечной системы. Они есть на Венере, правда, они состоят из серной кислоты. Также облака были обнаружены на Марсе, Титане, спутнике Сатурна, Тритоне, спутнике Нептуна и на остальных газовых планетах. На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов. Как это происходит? С помощью химической реакции. Разряды молний превращают газ метан в углерод. Время падения то твердеет, и спустя тысячи километров полета глыбы становятся алмазами. 3 декабря – Всемирный день компьютерной графики. Этот праздник отмечают диджитал-художники, 3D-аниматоры и другие профессионалы моушн-дизайна. Наша редакция от души поздравляет Данила Шубина. Именно он оживляет наши слова на экране. Благодаря его стараниям появляются планеты, смайлы, кости, облака и джунгли. Сердце останавливается, когда мы чихаем. Вы знали об этом? А о том, что за 10 минут сердце вырабатывает столько энергии, что с ее помощью можно поднять взрослого человека на высоту 10 метров. И еще интересный факт. Оно качает кровь, умную жидкость, со скоростью 2 километра в час. Кровь – умная жидкость. Кровь – самая важная жидкость тела. Ведь именно она, циркулируя по сосудам, снабжает все клетки тела питательными веществами и кислородом, необходимым для дыхания. И еще одна важная функция крови – защитная. Белые кровяные тельца – лейкоциты – уничтожают попавшие в организм болезнетворные микроорганизмы. Поэтому при их попадании в организм количество лейкоцитов резко возрастает. Чтобы высосать всю кровь из организма человека, потребуется 1 миллион 120 тысяч комаров. В организме женщины содержится 4 литра крови, а в мужском – 5. В течение 5 минут сердце прокачивает 5 литров крови, а за жизнь оно способно пропустить через себя 170 миллионов литров крови. Этого достаточно, чтобы заполнить около сотни крупных бассейнов. Человеческая кровь всего за один день преодолевает путь более 19 тысяч километров. Это как от Москвы до Владивостока и обратно. Но тем не менее, не везде в человеческом организме есть кровь. Например, роговица глаза – единственный участок человеческого тела, лишенный кровеносной системы. Кровь – носитель жизни, поэтому важно регулярно сдавать анализы и следить за здоровьем. Всего на Земле около 130 миллионов книг. Имеется в виду количество произведений, а не просто экземпляров самих книг. Чтобы прочитать их, одной жизни точно не хватит. Но зачем читать все? Самое важное и интересное собрано в библиотеках на сотнях языков. Причем не только книги, но и журналы, а еще газеты, пластинки и даже настолочки. Мы находимся в Алтайской краевой универсальной библиотеке имени Шишкова. Это крупнейший информационный центр региона. Здесь хранятся документы на 160 языках мира. Какие именно документы? Книги, журналы, газеты. Здравствуйте, ребята. Вы находитесь в отделе гуманитарной литературы. Наш отдел очень большой и очень комплексный. Практически один из самых больших отделов в библиотеке. Мы работаем в основном по трем направлениям. Это литература на иностранных языках, литература по искусству и гуманитарная литература. В этом отделе можно найти литературу по журналистике, религии, философии и, конечно, искусству. А еще в библиотеке есть огромное количество комиксов по известным произведениям. Например, Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина с очень красивыми иллюстрациями.
или же «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Отдел гуманитарной литературы – это прекрасное место для отдыха. Здесь удобные диваны, телевизоры, на которых можно посмотреть фильмы по искусству и документальные киноработы. Сюда приятно прийти с друзьями и поиграть в настольные игры. Но главное, здесь хранятся такие экспонаты, которые вы нигде не купите. Например, хотите почитать, о чем писала газета «Нью-Йорк Таймс»? Легко. Представляете, например, сколько газет было выпущено за 100 лет? Здесь вы можете найти любой выпуск, любую дату. Не все знают, но в библиотеке есть огромное количество винила. 16 565 пластинок. Интересно, хватит ли всей жизни, чтобы прослушать все это? Аудиотека здесь удивительная. Можно послушать усыпляющий гипноз или народные песни народов Замбии. Настоящие голоса писателей и поэтов Есенина, Булгакова и других. Есть пластинки интервью с Юрием Гагариным, редкие оперы, записи концертов и хиты всех времен. А еще здесь есть полка с зарубежными эстрадными виниловыми пластинками. Например, Эд Шерон, Билли Айлиш и даже Адель. Читателем библиотеки может стать каждый, начиная с 14 лет. Оформление билета бесплатное. Главное взять с собой паспорт. В общем, вы поняли, что нужно делать. Идите и записывайтесь. Здесь вам будут рады. До Нового года остается совсем немного. Время готовить подарки. Символ 2023 года – заяц. На полках магазинов ушастые будут стоять тысячами. Шоколадные, плюшевые, красочные. А мы создадим зайцев на открытках. С помощью каллиграфии нарисуем стильный зайцев из букв и завитков. И раньше даже вот спросить у своих бабушек, дедушек, они в школе учились писать именно вот таким пером. Не ручками, не карандашами, а именно такими острыми перьями и чернилами. Вот, расспросите у них, они вам расскажут свои истории. Вот, и смотрите, вот таким острым пером можно создавать вот такие красивые работы. И слова писать, и иллюстрации. Даже видите, тут птичку кто-нибудь нашел? Да. Видите? Вот, или вот такую иллюстрацию можно сделать. Каллиграфию используют для оформления визиток и вывесок, приглашений. С помощью букв и завитков даже рисуют картины. Каллиграфия существует практически во всех странах, где есть письменность. Ольга Алексеенко, каллиграф, художник. Создает картины из красивых букв и слов, владеет техникой письма как пером, так и кистью. Автор выставки в Государственном музее искусства, литературы и культуры, посвященной памяти нашего известного земляка, поэта Роберта Рождественского. Ольга проводит мастер-классы по каллиграфии для детей и взрослых в Краевой научной библиотеке имени Шишкова. Для того, чтобы создать полноценную открытку, нужно потренироваться. Каллиграфы тратят на прописи несколько часов, чтобы не дрожала рука, а линия была твердой и ровной. Сегодня наши юные журналисты учатся писать остроконечной кистью. Почему остроконечными удобно писать? Потому что у них остренький кончик, и ими можно делать и тоненькие, широкие линии. Тогда буквы будут красивые, изящные. Чтобы создать настоящие картины из завитков, овалов, букв и вензелей, можно выбрать и раскрасить красивый фон. Здесь каждый выбирает свою палитру. Буквы в каллиграфии тоже могут быть любого цвета. Черные, белые, золотые, серебряные, голубые, зеленые. Сегодня Ольга Алексеенко нарисовала для детей прописи, в которых зайчик состоит из пружинки. Словно сейчас подсобрался и через секунду прыгнет. В Новый год, в радость. Он молод и полон сил. Если вы используете каллиграфию для создания изображения, то можете вместо каждой линии использовать слово. Например, нарисовать ушки зайчика не с помощью линий, а с помощью слов и пожеланий. Добра, красоты, здоровья, счастья, пушистого снега и хорошей погоды. Это будет очень оригинальное поздравление. Ведь лучший подарок – это буквы, написанные с любовью. На сегодня это все. Я желаю вам отличного настроения и такой же учебы, успехов и рецептов к ним. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить еду. Угощайте близких, дарите им радость, помогайте мамам. А еще я желаю всем быть счастливыми, хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока, увидимся через неделю.